Добрый день, уважаемые подписчики. Хотел показать, приобрел я себе пневмопистолет. Долго собирался, но наконец решился. Взял фирмы GTC 3834 номер, 1486 ньютонометров. Очень удобный. Регулировка. Четыре положения регулировки у него. Пистолет в руке лежит вообще удобно, как литой. Переключение, как говорится, сзади доступно вместе. И здесь четыре положения. Но сам факт не того, что пистолет приобрел, а сам факт того, что к нему очень интересные штучки идут, которые не объясняю. Его нужно смазывать регулярно. А вот это к нему идет. Ну, не к нему, а отдельно он может идти к любому пистолету. Капиллярка. Номер тоже фирма GTC, номер 5532. Смазка идет из расчета одна капля масла на 300 литров воздуха. Вкручивается снизу на вводе и вкручивается в нее уже быстросъем штуцер. Вот такая. Заливается сюда масло и дозировка уже идет постоянно. И вы видите, когда надо, масло подливаете. Выкрутили болт. Подлили шприцом масло. И масло туда идет специальное тоже. Масло лубрикаторное. С помощью этого масла пистолет будет служить гораздо дольше, чем без него или заливая какое-то другое масло. Номер для заказа FL-103, фирма Filn. Так что... И его можно тоже заказать. Собираю. Соберу я на герметике, на аэробном, сантехническом. Вот такой фиксатор. Средство для сборки резьбовых соединений. Но это сантехническое средство, поэтому его не показываю. Типа резьбового герметика, но работает хорошо. Хорошим инструментом, приятно работать, но очень дорого покупать, правда. Почему? Долго с собой договаривался, чтобы сделать это приобретение. Лучше взять сразу, но хороший. Сэкономил на прессе. Теперь понимаю, что пресс мне нужен другой. Чуть попозже куплю нормальный 20-тонный пресс. А этот пресс продам. Тысяч за 5. Вот и все. Пусть застывает. Беру шприц, открываю масло,
А, здесь даже сделано для заливки удобно. Не, неудобно. Вот и все. Вон масло дозировать сам уже будет. Как только масла стало мало, нужно его добавить. Так что вот такой вот пистолет я себе приобрел. Всем всего доброго.